Главная интрига «Дня химика» раскрыта. Лучшим обогатителем 2019 года стал работник АНОВ-2 Артур Семкин. Ему достались почетное звание, буря оваций и новый автомобиль. На сцену обладатель звания «Лучший обогатитель 2019 года» поднимается в легком недоумении. В случившееся не верит до последнего. Награду вручают Михаил Константинович Рыбников и Андрей Юрьевич Абрашитов. Артур Борисович является одним из самых опытных работников отделения фильтрации и сушки АНОВ-2. На протяжении всей своей трудовой деятельности неоднократно поощрялся за разработку и внедрение рационализаторских предложений, повышающих эффективность и стабильность производственного процесса. Фото на память и обладателю почетного звания предлагают пройти к автомобилю. Артур Борисович Семкин – лучший обогатитель! И, конечно же, все вместе давайте громко крикнем с праздником! С днем химика! В восторгах, конечно. Отдельно хотелось бы поздравить всех с праздником, с днем химика. От себя лично хотелось бы поблагодарить руководство кировского филиала «ФосАгро», руководство второй обогатительной фабрики за оказанное мне доверие и высокую оценку моих профессиональных качеств. На производстве Артур Семкин считает четверть века. Его рабочее место – операторский пульт управления и все отделение. Он в ответе за работу оборудования и бригады, которая обслуживает технологическую линию процесса обезвоживания и сушки концентрата. Что необходимо в такой работе – внимательность, опыт и любовь к своему делу. Артур Борисович, безусловно, все эти навыки за свои года работы на фабрике ими овладел в полной мере. Под его контролем все будет хорошо. Есть такое понятие, как слушать цех. Оператор сидит и слышит цех. Он работает монотонно. Каждый звук ты уже слышишь, как и что работает. Когда выходишь в цех, как работает барабан, как работают механизмы. Такие специалисты, как Артур Семкин, вероятность поломки оборудования на раз вычисляют по шумам. Это и есть опыт, который позволяет четко сработать в любой нештатной ситуации. Оператор должен мгновенно среагировать на все это, моментально. Оператор еще к тому же является бригадиром. То есть, по сути, он управляет бригадой при вот таких ситуациях. И вообще он ежедневно, ежесменно управляет бригадой. С бригадой Артуру Семкину повезло по-крупному. Работает в замечательном коллективе. Есть опытные специалисты и молодежь, которая рада учиться и готова принять эстафету.